Как повысить имидж судов? Сегодня ответ на этот вопрос искали в Верховном суде. Здесь обсудили вопросы противодействия коррупции и соблюдения этических норм в судейском корпусе. В мероприятии приняли участие представители Верховного суда, Управления ООН по наркотикам и преступности, Венецианской комиссии Совета Европы и Центра ОБСЕ. На встрече презентовали новый кодекс судебной этики. Эксперты подчеркнули, это стратегический документ, он как никогда актуален в свете нынешнего послания главы государства. Добиться высокой оценки населения невозможно без соответствия этическим стандартам и соблюдения четких мер по противодействию коррупции. Также судьи говорили о независимости судебной системы, реализации Стамбульского антикоррупционного плана действий и деятельности судебного жюри. Вы знаете, что сейчас граждане все свои права защищают через суд, поэтому судьи должны быть принципиальными и служить своей присяге честно. А к 12 судьям, нарушившим кодекс чести, мы применили меры. Из них восьмерых отстранили от должности, четверым объявили выговор.